Вот финальный обзор квартиры. Уже 3 недели объект работает, но все равно еще приезжаем доделывать косяки, которые здесь оставались. Дверь вот такая закоцанная, покрашенная. Стиралка не работает. Не знаю, что с ней. Сам блок питания, сам блок управления, точнее, не работает вообще. Шланги там внизу все поменяли. Ванна чистенькая, все отмыли. Вообще красота. Зеркало отмыли, раковина модная. Тут всю ржавчину отмыли. В общем, более-менее навели порядок. Теперь приятно здесь находиться, по крайней мере. Так, санузле. Начала течь прокладка между бачком и унитазом. Мы поменяли прокладку. Коврик такой прикольный. В общем, чистота, порядок, красота. На кухне убрали вот этот шкаф. Шкаф теперь в коридоре стоит. Сразу стало просторно. Сразу стало много места. Вот, а там в углу доделали модуль, который закрывал трубу. Столешницу выровняли. Ну, вот так вот. Все хорошо, чисто, аккуратно. Ну, конечно, мебель старенькая. Чего не поделаешь. Вот здесь зато хорошо, удобно. Ну и в комнате тоже убрались. Тоже все лишнее выкинули. Занавесочки, шторы. Большая просторная комната. Замечательно. Телевизор только глючит. Сам включается, сам выключается. Живет своей жизнью. Ну и на балконе тут у нас склад вещей для уборки. На улице уже ночь. Вот такой вот ремонт получился в итоге.